Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами полковник Дмитрий Ежов. Продолжаем работать над теорией Сигмы. Все крупнейшие страны мира и их ученые работают над этой теорией. И кто первый достигнет цели, тот обретет власть над миром. Все этого хотят. Хотим и мы. Поэтому наши спецагенты распространились по миру, внедряются в доверие к дипломатам стран-конкурентов, пытаются выведать у них информацию, узнать, над чем работают их страны, что за ученые, может быть, как-то привлечь на их сторону не совсем законными средствами, ну какая разница. Все средства хороши, главное достичь цели. Главное, чтобы начальство наше было довольно, а сейчас оно недовольно. У меня получилось даже снизить это доверие. И накалить наше недоверие в других странах. В общем, сейчас наше положение не очень, не очень. С женой, правда, все хорошо. Каким-то способом у нас получилось наладить с ней отношения. Не намного, на 5%. Но все-таки же пока что не ненависть. Ну что ж, с чего начнем наш рабочий день? У нас есть... у нас назначена встреча на 2 декабря с немецким дипломатом. Что мы о нем знаем? А мы знаем о нем, по-моему, немного. Анстрону удалось добыть информацию об Отто фон Лестере. Он невежда. Этот легковерный дипломат поверит в привлекательность ваших предложений, если подать их в наилучшем свете. Справится ли с этим заданием Отто фон Лестер? Он, конечно, сильный мужик, но не очень умный. Сейчас он ведет разработку некого ученого. Пока что неизвестно, кто это, что за пол даже, что за предпочтение. Через 2 дня я думаю, что он это определит. Но пока что, наверное, займемся чем-нибудь другим. У нас есть Индия, где очень далеко продвинулся наш Славик. Славик вообще молодец, молодец. Хотя его хакерские способности ставятся под сомнение, потому что, работая из Индии и пытаясь что-то там войти в поле информации других стран, нас обнаруживали, и степень доверия к нам падала. То есть с ними степень внимания увеличивалась. Но вот над Караном Таруром он постарался, да? Мы сейчас знаем о нем, что он великодушен. Этот дипломат может откликнуться на мольбу просто о помощи. Этот дипломат любит поговорить о заговорах и слежке. Он же также судим. Это, кстати, компромат. Официальная копия досье этого дипломата, раскрывающая шокирующие факты о его прошлом, без труда получена в местном полицейском участке. В прошлом он чем-то занимался, грязными делишками. Но великодушен. Можно, конечно, продолжить расследование, но, кажется, уже достаточно. И подожди. Нужно связаться, да, на второе, попросить о встрече. А у нас назначено, знаешь что? Мы отменим эту встречу. Лучше я встречусь с этим индусом, а попозже, может быть, и с немцем. Пускай этот невежда меня пока немного подождет. Так, что же мы можем продолжить? Чем мы можем продолжить заниматься? Вот торопливость. Мне кажется, он... Может, его отправить в другую страну? А почему бы и нет? Ну, в Китае ему дорога заказана, да? В Китае нет. Великобритания нет, не хочет. В Турцию можешь полететь? В Турцию. Полетим в Турцию, давай. Там степень доверия, конечно, не очень. Может, к япошкам хочешь? Хочешь к япошкам? Хочет. Давай сейчас к япошкам быстро. Направляюсь в страну Япония. Давай. Я же думаю, что встреча наша пройдет не обязательно, чтобы здесь присутствовал шпион. Я думаю, что да. Значит, что здесь у нас? Что здесь? Корейский дипломат мы встречались, но я, к сожалению, не... Да, ничего не узнал о ней. Давай постараемся выведать что-нибудь об ученых. Определить. Интеллект у тебя будет здоровый, сила тоже. Постарайся добыть информацию. Тем более за 2 дня он с этим делом справляется. А вот наш Анструм за 3. Потому что, наверное, интеллект.
Хорошо, наш тигр. Наш тигр находится в Великобритании, и здесь... Конечно, он узнал, над чем работает нейронауки. Вот еще что думаю. Наши ученые работают над финансами и над астрономией, да? Страна Индия пока что неизвестна, над чем работает. Может, она ни над чем не работает. Корея работает над финансами. Вот было бы, наверное, выгодно перетащить ученого, который работает над финансами, и тогда бы два ученых на нашей стороне лучше бы, быстрее бы справлялись. Ну, может быть, может быть. Посмотрим, чем это все закончится. Я думаю, сейчас этого тигра все-таки отправить отсюда. Или же попытаться все-таки, раз он здесь, попытаться определить, что это за ученый. Хорошо, давай попытаемся. Все-таки интеллект у тебя тоже есть, присутствует. Может быть дрона разведывательного, а? Поддержки агента в ходе операции по сбору информации. Поддержка. Давай вот на поддержку тебе дрона отправим. И конец хода. Я в пункте назначения Токио, жду приказов. Так, хорошо. Ты ждешь приказов. Здесь с япошками у нас все нормально складывается пока что. Пока что мы не все испортили. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Взломать все-таки. Попробовать взломать. Понизить уровень тревоги, установить программу-вымогатель. Вот что такое программа-вымогатель, ну не знаю. Но если не попробовать, наверное, не узнаешь. Найти ученых. А может быть... Нет, подожди. Нет, наверное, все-таки я сначала... У него неплохо получалось узнавать, собирать компроматы о дипломатах. Давай проведем расследование. Конец хода. Пока у всех по нулям. О, великодушие. Но опять же, это маловато. О боже, полковник. Их ученый хорошо защищен, мне не удалось собрать никакой информации, я боюсь, что меня преследуют. Уровень готовности Великобритании повышен на 10%. Их ученый хорошо защищен, мне не удалось собрать информацию, черт побери. Моя страна США в настоящее время проводит военную операцию в Майами, поддержка ваших тактических дронов могла бы упрочнить наши отношения. Тактических дронов. Полковник мне должен собрать немного информации об этом ученом, но меня засекли. Да. Что-то как-то не очень складывается все. Открыта новая технология. Благодаря совершенствованию гипертягучих материалов и технологии лазерной передачи энергии, орбитальные солнечные станции Solar Network могут обеспечить энергетическое потребность Земли на многие столетия. Подождите. Полковник, проект завершен. Мы можем приберечь эту технологию для своих операций. Однако, Starfronter, влиятельная группа, представляющая сектор астрофизика, давит и настаивает, что ж, сильно давят или нет? И настаивает на том, что мы должны передать эту информацию им в эксклюзивное пользование. Тогда все разработанные впоследствии технологии тоже будут принадлежать им, а не нам. Этот ученый может использовать технологию, если мы оставим себе. То ученый сможет использовать технологию, чтобы скрыть энергетическую сигнатуру своей лаборатории, поэтому его труднее найти. Но если мы отдадим в руки Starfronter, то мы как бы эту сигму продвинемся на 2, а не на 3, да? И что-то, какие-то бонусы в отношениях, в мире. Даже не знаю. Хорошо, давай я попробую отдать. Отдайте в Starfronter. Полковник, особенно довольны выполнением проекта. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать ваши будущие инициативы. Принято.
Компания Starfronter активировала свою сеть орбитальных станций солнечной энергии. Компания провозгласила... Компания провозгласила новую эру энергетической независимости для всего человечества. Безусловно, это экстраординарный момент в истории цивилизации. Однако, консорциум мировых энергетических компаний выразил протест против того, что они никогда не смогут конкурировать со Starfronter. Похоже, что, передав эту технологию частным интересам, мы также выдали надежную монополию. Starfronter теперь самая влиятельная сила на Земле. Можно только надеяться, что их намерения благие. Наши отношения улучшились... Ну, практически со всеми странами. Принято. Итак, у нас встреча. У нас встреча с Кораном Таруром. Начать. Полковник, я предлагаю укреплять наши отношения. Так, великодушие, паранойя. Но дело в том, что у нас же есть одно очень интересное досье, да? Я вот правда не знаю. Или же начать сначала... Разговаривать с ним, как ваши научные успехи. Ваш послужной список говорит сам за себя, вы находка для любого агентства. Вы наверняка знаете, что я ничему никому не позволю стоять у меня на пути, боюсь, это касается и вас. У меня та самая беда, в которой, как говорится, познаются друзья, вы поможете? Только мы можем противостоять данным кукловодам, которые манипулируют троном. Для меня большая честь встретиться с вами. А я даже не знаю. Как и оперируя этими чертами характера, можно вывести нашу разговору. И разговоры на какой уровень? Хорошо, давай попробуем. У меня есть одно очень интересное досье. Вы судимые. Я категорически все это отрицаю. И ради вашего... Подожди. И ради вашего же блага настоятельно советую уничтожить это досье и все его копии. Что ж, я учту ваше досье в ходе наших переговоров. Чего именно вы хотите? Наши отношения как бы улучшились, прям максимально. Улучшить отношения, экономическое преимущество, уменьшить уровень готовности в этой стране, доступ... Но это повлияет на отношения, да? Это повлияет очень на отношения. А у нас 45, да? Это очень сильно... В случае успешного соглашения эта страна поделится с вами своими технологическими открытиями. А что же мне нужно? Хорошо, давай попробуем доступ к вашим исследованиям. Астрофизика. А что вы взамен? Нашего ученого нет. Представить доступ к нашим. Мы совершим беспрорыв вот так. Отлично, мы и Индия заключили соглашение. Мы получаем из Индии данные по изучению Сигмы. Ваши отношения с организацией Старф улучшаются на 5%. Были получены отправные нами данные по изучению Сигмы в Индии. Продолжить. Так. Я так понимаю, что сейчас все вот эти разработки, которые будут дальше идти по этой линии, они будут принадлежать уже этой группировке. Частной группировке, да? Starfronter. Или же нет? Ладно, попробуем, посмотрим. Потом дальше будет видно. Тут запрашиваем, проходит военная операция, 4 дня осталось. 8 дней осталось. Проходит военная операция. Да, слушай, а подожди, Великобритания. Да? Великобритания? Да, в Конго. Нет, пускай, с Великобританией мне нужно как-то улучшать это все отношение. Пускай.
А вот разведывательный дрон. Почему он возвращается? Почему он возвращается? Что случилось? Что случилось? Хорошо, разведывательный дрон пускай там пока летает. Профессор Еун. Женщина. Женщина. Может, все-таки еще разочек, а? Хотя уровень тревоги уже настолько высок. Может, просто перекинуть его в другую страну, а? Досье. Ордер на арест в Китае. А что с тобой? Великодушие. Можно, конечно, продолжать, но давай попробую связаться, попросить о встрече, допустим, попросить о встрече. И все-таки найти ученых. Торопливость, черт. Это может быть очень плохо. Ну, посмотрим, на что это повлияет. А вот что здесь делать? Продолжать или нет? Или же все-таки, может быть... Или же все-таки, может быть, попробовать понизить уровень тревоги в этой стране? Давай попробуем. А ты отсюда улетишь в Турцию. Быстрое перемещение, проникнуть. Быстрое перемещение. Что здесь у нас? Все-таки, может быть, назначить встречу. Давай связаться. На какое? На восьмое. Хорошо. Восьмое у нас свободно. Определить. Может, взять просто и похитить, а? Может, просто взять и похитить? Почему нет? Вот есть ученый. На чем он работает, неизвестно. Агент попытается похитить указанного ученого, после этого потребуется эвакуация. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Хотя, наверное, это не лучший способ. Нет, попытаемся все-таки пока поработать, определить. Конец хода. Подожди. Определить. Все. Конец хода. Итак, жду приказов. А чего ты полетел, я не пойму, в Москву? Дмитрий, сегодня я провожу публичную конференцию, но после наших недавних решений в сфере энергетики мне поступили угрозы расправы, в этот раз серьезнее. У меня есть телохранители, но мне было бы спокойно, будь агент Анструм рядом. Поможешь? Все мои агенты на заданиях. Мой агент уже в пути. Спасибо, Дмитрий. Агент Анструм будет недоступен в течение 5 дней. Угу. Полковник, усилия и средства, потраченные вами на достижение главенства в области исследования Сигмы астрофизика, не прошли незамеченными. Старфронтер желает поощрить вас и дальше следовать по этому пути, предложив одну из следующих 2 наград. Ученые по вашему выбору получат черту необнаружимый. Дрон будет присутствовать в Великобритании. Продолжайте. Ученые по вашему выбору получат черту необнаружимый. Дрон будет присутствовать в Великобритании. Я думаю, что укрытие. Григорий. Допустим, так.
Ахмед Кирка. Расследовать. Так. Ордер на арест в Китае. Ты смотри. Кстати, у него... Он мастер, эксперт по холодному оружию. Может, и не надо ему давать проникать с винтовкой-то в руке. Может, без винтовки он справится. Вот только куда мы отправимся? Наверное, я думаю, что во Францию. Да? Давай, во Францию. Быстрое перемещение. Конец хода. Мне удалось узнать об этом дипломате даже больше, чем вы могли надеяться. Компромат. Паранойя, самовлюбленность. Ну, компромата никакого нет, да? Я в пункте, жду приказов. Мне не удалось проникнуть в их государственную систему оповещения. Они меня засекли и повысили уровень безопасности. Уровень готовности в Корее повышен на 10%. Наши отношения со страной Кореи ухудшились на 8%. Замечательно. Замечательно, у меня хакер. Дмитрий, несмотря на будущий мировой кризис, ты делаешь все возможное, чтобы наши профессиональные обязательства и трения не вредили нашим отношениям. Мало того, чем больше я с тобой работаю, тем больше убеждаюсь, что именно тебя мне всегда не хватало. Спасибо тебе за все, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Полковник, Всемирный банк, влиятельная группа, крайне заинтересована в вашем исследовании Сигмы в области финансов. Финансовый баланс еще никогда не был... столь выгоден для всех, и мы боимся, что открытие Сигмы нарушит его. Вы же не хотите краха капитализма, правда? Мы хотим работать с вами. Ваши успехи в нашей области будут вознаграждаться новыми средствами к достижению ваших целей. Мы ценим любые успехи, независимо от того, достигнуты они в ваших собственных лабораториях или получены менее благонравным способом. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество. Так, подождите. Великодушие. Найти ученых. Пробуем взломать и тем самым искать ученых. Так, в Турции. Ахмед Кирка, подожди, назначим ему встречу, связаться. На 6-е. 6-й у нас занят, у нас Япошка. Пускай с Япошкой мы встретимся. А ты пока что займешься найти ученых. Найти ученых. Ты во Франции, да? Анна Цассинаде. Расследовать. Конец хода. Разблокирован новый агент. Итак, что тут? Мне удалось узнать об этом дипломате даже больше, чем вы могли. Паранойя, самовлюбленность. Хорошо. На какое? На 8-е. 8-е у нас на немец. Черт. Тогда ждем. Значит, ты сейчас займешься чем? Найти ученых. Ищи ученых. Остальные все заняты, да? Дроны заняты. Может быть, дрон-разведчик направить сюда? Почему он у меня просто без дела-то летает? Конец хода. Мне удалось взломать систему безопасности в Японии. У меня есть вся информация, доступная их ученых. Вот это замечательно. Вот это хорошая работа. Вот это замечательно. США успешно завершают военную операцию в Мьянме. Ваше отсутствие было отмечено. Ну и что? Плевать. Итак, полковник, миссия выполнена, мне удалось проникнуть в их исследовательский центр и собрать все возможные полезные сведения. Нейронауки, астрофизика. Встреча, начать. Великодушие. Ну хорошо, никаких компроматов у нас на этого дипломата нет. Отношения у нас, в принципе, хорошие. Единственная черта известная – это великодушие. Полковник, мое правительство передает вам наилучшие пожелания. В вашем отделе все хорошо, я веду с вами переговоры только потому, что восхищаюсь вами. Вы наверняка знаете, что я ничему никому не позволю стоять мне на пути, боюсь, это касается и вас.
У меня та самая беда, в которой, как говорится, познаются дры... Вы поможете? Мне кажется, вот это самое то. Ну да. Все возможно, только услуга за услугу. Чего именно вы хотите? А приобрести ученого? Приобрести ученого. Мне нужна экономика, да? Луиза Джордан. Мы бы хотели, чтобы ваш ученый Джордан присоединился к нашим. А что вы предлагаете взамен? Я... Ну, не нашего уже ученого. Предоставить доступ к нашим, почему бы и нет. К астрофизике. Отлично, мы и Япония заключили соглашение. Ученый профессор Джордан теперь работает в нашей программе. Ну и почему бы? Это же хорошо, что у нас еще есть ученый, да? Луиза Джордан. Не любит мужчин, патриот, перекати поле, верность. Этот ученый непоколебимый, верен своему нанимателю. Ну, мы как бы все по договору, все честно. Мы не украли, не утащили этого ученого. Кстати, может быть, дальше продолжит работать. Славик молодец, Славик молодец. Здесь еще есть ученые. Подожди. Профессор. Он работает в нейронауках. Фанат своего дела, невежда. Агент попытается убедить ученого работать на вашу страну по идеологическим мотивам. Мне вот, я не знаю, как бы говорилось, что япошки, они очень верные, и как-то переманить их, это, наверное, очень трудно. Ну, обольстить я даже не знаю, кто способен на это. Подкупить? Денег нет. Похитить? Можем. Патриот этот любит обсуждать свою родину. Знаешь что? Попробуем переманить. Так, шестое. Кто-то был на шестое. На восьмое нет. Так, здесь встреча. Этот тоже хочет восьмого. Что мы будем делать в Турции? Может быть, определим? Если что-то не так пойдет, я думаю, нужно брать и похищать ученых силой. Когда освободится мой немецкий друг, мы, наверное, к этому и перейдем. Возобновленное доверие. Ваши отношения с вашим партнером в норме. Отлично. Частные группировки. Бонус за влияние, укрытие. Ну, я даже не знаю, будем ли мы передавать это или не передавать. Мне просто очень интересно, если я буду дальше продолжать изучение этих технологий в данном направлении, это будет как-то отражаться на мне. Ну, когда я изучу вот это вот геофорса, да, и проверю. Сверхэффективный георадар способен обнаружить ископаемое топливо и залежи драгоценных металлов в любой точке Земли. Грядет последняя золотая лихорадка. Представляешь, что такую технологию иметь, а? Просто любое ископание из залежей драгметаллов, ты видишь все. Это же просто неограниченная власть. Ну что, закончим? Конец хода. Итак, полковник, миссия выполнена, мне удалось проникнуть в их исследовательский центр и собрать все возможные полезные сведения. Так это шестого было. Открыта новая технология.
Проект может предсказать колебания рынка с почти 100% точностью, к добру или к худу, но теоретически это может означать конец капитализма как такового. Далее. Итак, опять же, отдать эту технологию во Всемирный банк, улучшится отношения со Всемирным банком, да, с нашим работодателем и, наверное, со всем миром. Но если это опубликовать открытие, то плюс 3, и что минус 10? Не знаю. Но я сделаю это, опубликую. Полковник, передача проекта международным политическим и финансовым органам уже привела к впечатляющим результатам. Самые серьезные кризисы в стране третьего мира смягчаются благодаря глобальному перераспределению богатства. В кратчайшие сроки, благодаря вам, глобальная финансовая система переделывается на благо всех. Инфляция уходит в прошлое, и скоро все на Земле будут жить на достойном уровне. Ну, замечательно. Не исключено, что через год мир освободится от нужды и бедности. Спасибо от имени человечества. Стрелки на часах судного дня передвинулись на 10 минут назад. О, это ж хорошо, да? Это значит хорошо? Правильно же? Мне кажется, хорошо. Принято. Полковник, а вот теперь плохие новости. Я боюсь, Германия завершила проект под кодовым названием «Панацея». Мы сделаем все возможное, чтобы разобрать их результаты, что должно ускорить наше исследование. Но разумно сделать вывод, что эти открытия будут использованы против нас. Полковник, Корея теперь посылает агентов улучшенных. Мы считаем, что это улучшение дает агентам превосходные физические возможности. Можно ожидать, что наши полевые операции могут стать более конфликтными из-за этих агентов. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Германия завершила проект под кодовым названием «Панацея». Полковник, технология «Менталис» была использована нашими врагами. Это может быть использовано для повышения умственных способностей. Я узнал, что все их ученые были прооперированы. Они могут оказаться на грани огромного прорыва. Да что такое? Да что, плохие новости? Плохие за плохими. Универсальное лекарство от рака. Полковник. У меня никакого прогресса в исследованиях. Мне нужен отпуск. Подумать о новых идеях. Всего 1 или 2 дня. Отпустите. Да ты что, как ко мне пришла? В отпуск. Это ж хочет сбежать точно. Знаешь, я не знаю, но я разрешу. Разрешено. Спасибо за понимание моей ситуации. Вы не пожалеете об этом. Вот забежит же. Полковник, страна Китай больше не участвует в гонке за обладание технологиями Сигмы. Их значительное отставание от других стран... Подожди. Их значительное отставание от других стран сделало операции слишком дорогими и рискованными. Китай теперь позади нас, и мы хотим вас поздравить. Возможно, нам удастся воспользоваться их учеными или открытиями. Вы отлично справляетесь, продолжайте в том же духе. Принято. Слушай, а ученые там можно забрать или нет? Не знаю. Не знаю. Ну, наверное, я на этом закончу. Турция почти вырвалась вперед. Ничего себе. Ничего себе. Что ж, а давай подожди, перед концом все-таки подведем итоги. Значит, он пытается переманить, да? Еще 2 дня. Хорошо, пытайся. Этот у нас пытается ученого открыть. Здесь у нас свободен. Все на 8-е, но у меня 8-го встреча занята. Ну как вы не понимаете? Этот пока занят женой. Как бы что там не было беды. Дрон кружит. Проходит военная операция, через 3 дня закончится. Ладно. На этом, наверное, и закончим. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч в проекте Сигма.